Итак, всем привет, сегодня мы с вами поиграем в еще в одну сборочку подписчиков, уже другого человека, совершенно другого. Извиняюсь, да, немножечко без вас уже поиграл, посмотрел, но мне было интересно просто посмотреть, что за графика из GTA 4. Я не пойму, вот где ты видишь графику GTA 4? Вот просто, вот, ну без обид, без обид. То есть какой-то новой криминалки я, во-первых, новой криминалки я никакой не вижу. Это вот я вышел, это вот, ну, в обычной криминалке это все есть, как бы. А во-вторых, никакой графики GTA 4 тут и не пахнет. Это ENB, которое в стандарте в GTA Криминальной России шло. Если кто не смотрел видео, где я обозревал каждый ENB, который находится в корневой папке GTA San Andreas Криминальной России, обязательно посмотрите. Никакая это не GTA 4. Блин, тень еще как-то странно сделана. Давайте вот машин ДПС сопрем. Жезл я вижу. Ну да, да, видите, машинки некоторые изменены. Но пока что, знаете, все, что я вижу, все, что сейчас меня окружает в этом моде, это обычная стандартная Криминальная Россия. С добавлением парочку модов, ну не парочку, да, там много машин изменено, я уже покатался, посмотрел. Но опять же, это можете сделать даже вы, каждый из вас. Потому что это чисто, знаете, такая вот вкусовщина. Какую машину там добавить себе, какие машины там, какие у меня должны там полицейские машины ездить. Это уже, знаете, не дело лени, там, лень вам скачать какой-то мод, установить его. Нет, это не дело лени, это не лень. Если вам лень, да, конечно, вы, наверное, будете скачивать эту сборочку. Но, скорее всего, это и есть просто сборочка. Это никакая не новая Криминальная Россия, там, что-то такое, блин. Никакой графики GTA 4 тоже я не вижу. Это просто такая, знаете, сероватая графика GTA San Andreas, и все. Я не знаю вообще. Просто вот школа-сборка, реально, вот... Школа моддинг, вот даже, блин, даже просто сборки вот на GTA San Andreas выглядят лучше, чем вот это вот. Ну тут просто вот по минимуму изменения, что я тут вижу, только какие-то вот некоторые новые машины, да, и все. А где какой-то вот южный там немного изменил, о, Skyline 34, давайте хоть на нем-то покатаемся, на это, на Элеге он заменен, да. Дядюшка милиционер еще бежит. Ну извините, пожалуйста, идите сюда. Сейчас мы тебя это... Иди сюда. О, тебя еще задавили, блин. Да не хотел я воровать этот газон, а. Уйди ты от меня уже, а. Замахал уже. Не, а еще вот это, работяг к нам какой-то вот этот. Пристал, что-то хочет от нас. Что ты хочешь-то вообще от нас, я не понимаю. Видишь, я мод смотрю, сборочку от, это, от подписчика. Никак я его не хотел обидеть, но просто, я не знаю, ради этого мы записываем видос, ради того, чтобы показать обычную сборочку, которую может сделать вообще любой человек, который смотрит этот ролик, который хотя бы хоть раз смотрел, устанавливал хоть один мод для GTA San Andreas, или хотя бы просто смотрел видосы на моем канале, как устанавливать моды для GTA San Andreas, на нем уже почти 200 тысяч просмотров. И как на том видосе показано, так тут все, наверное, и установлено. То есть, я не знаю, просто вот... пожалуйста, ребят, не скидывайте мне такие сборочки, не скидывайте. Они неинтересны, мне они вообще, ну, то есть, ну, это неинтересно снимать. Какие-нибудь интересные, да, скидывайте там, ну, где хоть какое-то есть изменение, что-нибудь вот... где хоть что-то можно снять, что-то есть. Тут ничего нету. Ну ничего. Но я сейчас мог это все за один час сделать, все вот эти вот моды установить, там еще что-то. Да у меня, блин, в моей даже не сборщик, а просто Криминальная Россия установлена новая графика, которая реально, ну, походит на GTA 4 и GTA 5. Нет, тут какая-то вообще вот дичь непонятная просто. Пацаны говорят зайти в Анашан, кто-то, походу, вообще видосы по криминалке не все посмотрел. Скорее всего, это новые зрители. Ну ничего, еще раз сходим, и еще раз 100 сходим, и это ничего страшного.
о, вот видим базу это, в Гарреле, да, он сейчас думал, я там буду сейчас удивляться, нифига себе, какая база, обалдеть, тут сейчас будем все смотреть, обалдеть, как он классно это все сделал, когда этот мод уже висит, я не знаю, лет 6-7 на этом, на сайте gtavacity.ru, его можно скачать в любой момент и установить свою криминальную Россию. Где тут удивляться-то? У меня вон в своей криминальной России все то же самое установлено. А он еще и ждет этот ролик, чтобы я заснял вот по криминальной России. Вот по его вот этой вот якобы сборочке. Сейчас вы дали увидеть, тут даже нового Нижегородска нету. Ну бог с ним, с этим и Нижегородском. Нафиг он нужен, этот Нижегородск, может быть, скажете вы. Но тут ну ничего нету, ничего. Вот чуть-чуть нового Арзамаса, да? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть нового Арзамаса. Совершенно. Который также вы можете скачать на свою криминальную Россию. То есть вам вообще это труда не займет. За час вы точно управитесь, сделаете то же самое. Я вот прям, ну больше чем уверен. Он даже с текстурами ничего не сделал. Они пропадают из-за того, что слишком много модов. Он не знает, как эту проблему решить. Вот, ну, я не знаю. Сборочка на уровне школьника, ну серьезно, вот без обид, вообще без обид. Она меня расстроила, меня вот прям вот задело то, что он прям долго ждал, мне напоминал про эту сборочку, то, что она такая вот вся классная, там есть что снимать. Простоквасина сейчас будет совершенно обычная, стандартная простоквасина, которую вы также можете скачать себе на свою криминальную Россию установить. И это все делается вот в три клика. Все, вот скачал, установил, зашел в GTA-шку и все, ты видишь ее. Это все вот, все это уже было, все это давным-давно. Вот. Блин, мне уже захотелось свою сборочку на криминалку сделать и показать вам, которая, скорее всего, вам понравится. Короче, вы учли. Подобное, мне не скидывать, не показывать. Когда я вам говорил то, что мне надо новую криминалочку скидывать, ну там какие-то вот, это я имел в виду ваш моддинг, там вот. Все, вот это вот интересное, чего нельзя, блин, мне скачать самому и установить. Чего мы еще не видели, чтобы было интересно другим зрителям смотреть. А сейчас они смотрят то же самое, что я и показывал еще 1000 раз давным-давно. Ну блин, ну в чем вообще прикол? В чем интерес? Расскажи мне, пожалуйста. Может мы сейчас вторую часть запишем какую-нибудь, я не знаю. Там еще и лаунчер есть. Я думаю, это все из-за лаунчера, из-за того, что я... Зашел просто через GTA San Andreas, а надо было заходить через лаунчер. Я зашел через лаунчер, никаких изменений я не увидел, так что, короче, без толку. Только я заходил в этот лаунчер, ничего там такого нету. Короче, такая вот фигня. Вот такая вот. А еще Бандикам, блин, ругался. Я не знаю как. Думал, я его еще не засниму, этот мод. Не, в итоге все, Бандикам оклемался. Знаю его все слабые места. Я эту проблему сразу исправил. Вагас. Ну давайте хоть вагасов и забьем. Короче, не понравился мне мод. Хоть оружка-то изменена. Ты спровоцировал конфликт между бандами. Все, уезжаем. Нафиг он нам нужен, этот конфликт. Москвич, кстати, как-то подозрительно странно едет. Раньше он так не ездил. Все. Хандлинг, короче, изменили на москвиче. Возвращайтесь в зону конфликта. Ладно, давайте тогда, может, вернемся. Че, посмотрим, что там у нас. Ничего себе, их там набежало. Сейчас я чит введу, и все, всем хана будет сейчас. Я иду.
Ну чё, где вы есть? То есть, если я чуть-чуть отошел, то все, значит... Значит, все, да, можно уходить. Я еще никого не отпускал, пацаны. Походу, наша война с ментами начнется, нежели с этими. О, прибежал, наконец. Это смерть. Она самая. Ну чё? Давайте хоть машины посмотрим, какие тут установлены. Ну чё, человек зря устанавливался, я не знаю. Так, давайте ж посмотрим эти машинки, какие у нас тут установлены. Сначала просто вам покажу Бэха, смотрите. Е60-я. Скорая помощь. Есть также тачки, которые не установлены. ЗИЛ тут уже у нас Урал, я смотрю. Урал-то хоть моделька нормальная. Он более-менее сойдет, знаете. Нормальная моделька. Квадратная, конечно, почти вся. Но сойдет. Ну, 53-й газон. Deo Nexia. Ой, ну это мы сейчас так будем долго смотреть машины. Давайте сейчас на них хоть прокатимся. Странно, да, почему мы Бэху Е60 не взяли, а Nexia взяли? О, ну а вообще не рулится. Нафиг это Nexia. Тавру изменили, вроде как. О, Камару добавили. Газончик еще новый добавили. Семерка такси вместо Волги 2402. 124-й Мерс. КамАЗ. АК. На АКе можем покататься. Ну ничего, конечно, такого веселого нет в этом моде. Вообще. Ну как я вам и говорил, просто вот пару тачек изменил и все. Ну это, конечно, да, это условно сказано, пару тачек. Но все же. Ой, да каких же она маленьких колесиках, а? Бешеная табуретка. Самая настоящая. Добрый вечер. Гелендваген. Гелик, вот за гелик лайк, пацаны, лайк под видео сразу. Гелик нормальная тачка, обалденная. Полетели, блин. Да нет, что-то я передумал все это показывать. Это, блин, займет слишком много времени. Когда я могу еще один видосик заснять. Только не по этой сборочке. Не, ну смотри, если я что-то упустил, напиши, конечно, в комментах. Ну, по-моему, нет. По-моему, я прав, то, что я ничего не упустил. То, что это на самом деле так и есть. Бусаева, наверное, тоже там такой же стандартный, такой же, как и везде, во всех сайтах с модами. Все, пацаны. Ставим лайки, подписываемся на канал. Кто не знает, YouTube один раз мне немножечко скрутил лайки. Мне кажется, это не администрация YouTube, а просто сервера, короче, лагают, списываются лайки. Статистика нифига не растет из-за этого. Видосы не рекомендуются. Короче, YouTube полный. Вы сами поняли, где. Все. Всем пока.